Приветствую всех на канале Михаил Инвестиции. Очень многие хотят выйти на пенсию раньше срока. Очень многие хотят держать криптовалюту и не спекулировать, зная то, что в спекуляциях довольно часто совершаешь ошибки. Но при этом хочется, чтобы эти криптовалюты, которые ты будешь держать долгие годы, инвестируя на долгосрок, давали хорошие иксы. И, конечно же, чтобы не соскамились. Сегодня поговорим о таких альткоинах, которые имеют очень серьезный фундаментал и при этом будут давать хорошие иксы. Именно такие проекты можно покупать и забыть про них на долгие годы. А перед тем, как я начну, не забудь поставить лайк, подписаться, чтобы не пропускать новые полезные видео. И первая криптовалюта, о которой сегодня пойдет речь, конечно же, биткоин. Ни для кого не секрет, что биткоин является главной криптовалютой. И если вас волнует именно надежность, максимальная надежность того, что не соскамится, биткоин как раз таки кстати. Но единственный минус в биткоине это то, что несмотря на то, что он сейчас дает иксы, иксы у него значительно меньше по сравнению с другими альткоинами. И поэтому сразу перейдем непосредственно ко второй криптовалюте, которая также имеет очень серьезный фундаментал, но при этом дает намного больше иксов. И вторая криптовалюта – это Polkadot. Для тех, кто не знает, Polkadot – довольно значимая криптовалюта, наподобие как эфириум, и эта криптовалюта достаточно молодая и покажет еще себя в будущем. Она уже себя сейчас хорошо показывает, но это только начало. В будущем она будет показывать себя гораздо лучше. И, конечно же, это не скам-проект. Вы можете вкладывать в нее свои деньги, приобретать, накапливать себе на пенсию и не опасаться того, что оно в итоге соскамится. На данный момент какая текущая ситуация у Polkadot? Мы видим хороший рост, уже делаем некий перехай и обращаем внимание на индикаторы. Индикаторы в данный момент говорят, все хорошо, объемы возрастают, RSI также показывает возрастающую силу, DMI также показывает преобладание силы покупателей, возрастание тренда и говорит о том, что будем покорять новые максимумы. MACD также показывает о том, что будет рост, и причем рост не слабый. Жалко, что сейчас не лучшая цена для покупки, но это не мешает покупать тем, кто копит, а не спекулирует криптовалютой. И переходим мы уже непосредственно к третьей криптовалюте, которая является также хорошей в плане фундаментала и которая также будет показывать хорошие иксы. Это криптовалюта Ethereum. Ethereum очень сильная криптовалюта. И с выходом обновления Ethereum 2.0 Ethereum вдохнет и получит второе дыхание, после которого Ethereum покажет еще многочисленные иксы и будет продолжать нас радовать этим ростом. Несмотря на то, что появляются криптовалюты, которые являются конкурентами, тот же Polkadot либо Solana, несмотря на это, Ethereum не соскамится и будет давать хорошие иксы. На Ethereum создаются очень замечательные проекты. Их становится все больше и больше. А с выходом обновления Ethereum даст жару. Давайте обратим внимание, какая сейчас ситуация. Что же все-таки ожидать? Сейчас, конечно, будет поверхностный разбор. Более детально вы можете посмотреть в других видео. На данный момент мы видим рост. Мы видим о том, что сейчас предпринимается сделать, опять же, новый перехай. Мы видим о том, что PRSI у нас в данный момент есть легкая дивергенция, но является ли она признаком того, что сейчас будет падение? Это, конечно, зависит от того, как себя покажет биткоин. Объемы устойчивые. DMI у нас в данный момент показывает тоже легкую дивергенцию. А вот MACD показывает зарост. Поэтому сейчас Ethereum может как дать рост, так и сделать какую-то определенную коррекцию, дав возможность закупиться по более привлекательной цене. Еще одна замечательная криптовалюта, которая радует и сделала многих богатых, это Solana. Solana сейчас очень активно развивается.
На ее платформе выпускаются многочисленные различные проекты. Эти проекты выстреливают на хорошие иксы, и в будущем эта Solana займет свою нишу и будет покорять новые максимумы. Solana в данный момент, возможно, завершает свой цикл и ожидается какое-то серьезное падение. Если обратить внимание на MACD, MACD показывает уже значительный рост, показывает о том, что уже довольно продолжительное время не можем уже сделать продолжение, потому что после такого стремительного роста, понятное дело, что необходима все-таки более существенная коррекция. Мы видим о том, что DMI показывает слабость уже. Слабость, говорящая о том, что пора бы уже бы сделать как раз эту коррекцию. RSI также говорит о слабости. И поэтому это хороший повод после коррекции закупиться Solana и в последующем ее приобретать и копить на свою пенсию. Еще один проект, который будет являться хорошей, надежной инвестицией для тех, кто хочет накапливать, а не спекулировать криптовалютой, которые хотят накопить себе на пенсию и выйти молодым, это криптовалюта Cosmos. Давайте посмотрим, какая же сейчас ситуация с Cosmos. Предъявится ли возможность в данный момент купить по хорошей цене? Итак, наблюдаем, что была довольно хорошая коррекция, после этого был перехай. В данный момент идет некое такое распределение. Смотрим о том, что сейчас текущий рост на хороших объемах. И видя то, что биткоин сейчас пытается покорить новый максимум, можно предположить о том, что Cosmos сейчас как раз таки выстрелит. Это криптовалюта, которая росла, растет и будет расти. Иначе говоря, этот проект не умрет, и можно в него инвестировать на долгосрок, на очень долгие годы. Еще один довольно интересный проект, который тоже будет давать вам хорошие иксы и при этом не соскамится, это криптовалюта Phantom. На данный момент Phantom показывает огромные объемы, которые могут свидетельствовать о том, что сейчас, возможно, в скором времени захотят зафиксировать прибыль. И Phantom скорректируется. И у нас как раз таки появится прекрасная возможность докупить и пополнить свой криптопортфель и уйти тем самым молодым на пенсию. Смотрим, что же нам показывает RSI. RSI в данный момент показывает дивергенцию, говорящую о том, что да, в действительности сейчас вполне вероятно произойдет коррекция. И поэтому готовим денежки на то, чтобы приобрести в тот момент, когда Phantom все-таки упадет. Эти криптовалюты являются очень сильными. Они не собираются скамиться. И при этом, к примеру, в отличие от биткоина, будут показывать намного больше иксов. А нам это и надо, чтобы криптовалюта была, во-первых, надежная, чтобы мы деньги не потеряли, а во-вторых, давали хороший прирост. Эти криптовалюты для тех, кто хочет накопить себе на пенсию и уйти молодым. Желаю всем профита, всем до скорой встречи.